Всем привет. Захожу-ка я утренником 10:59 в Brawl Stars. А вот что. А вот что, да. Леон. Ну что это такое? Безобразие. Да, безобразие, я бы сказал. У меня раньше был уник Блед. Я вам говорю, Блед. А сейчас какой-то... Леон. Я не понимаю, что это такое. Какой-то Леон. Ну нет, я с таким ником точно играть не буду. 3000%. Ну да, но я больше никогда... Я вот напишу суперселлом. Пошлите, напишем, короче, суперселлом. Сейчас так. Помощь и поддержка. Чё-то, наверное, нет. Игровой процесс запасный. Такс. Покупки нет, не то. Как играть больно? Такс. Где мы? Типа, Кубгеймс, не то, не то. Не то, всё не то. Да нет, ну чё, тут. Я... Такс. Ну да. Давайте скатаем катку. С этим мы бярим, скатаем тогда. Давай скатаем с этим нубиком. Да что ты тут ставишь? У меня тут да куя квестов. Ура. Вот спасибо ему, мы с ним апнули, и мне типа много пришло, даже одну карту скатаем и все. Я типа иду закончить. Я расскажу, что произошло. Просто я решаю посмотреть описание. А, ну чё такой отсталый? Просто я пишу вот так вот и все. Потому что меня это бесит уже. Ну просто он какой-то гей смеш просто. Ну вот захожу и просто чекнуть описание. Короче. Как там ее зовут? Я даже не помню, как ее зовут. Ну и вот. И вот дальше происходит очень печальная история. Захожу, а у меня не клен. Ту-ду-ду-ду. А кто мне изменил, ник, я сам не знаю. Это суперсейл, гниды, тупорылы. У меня вчера был ник, блядь, Симба. А вот сейчас вот такой. Короче, суперсейл, верните ник. Я уже... Второй раз такая ситуация, ну и не Brawl Stars же, какой Леон? Я ненавижу Леона. Но я больше люблю, да, Леона, но только не такой ник российский. Ну ладно, теперь я поставлю, я не буду ставить бан какой-то, если... Фу бан. Фу, чтобы все приписки, короче. Лучше АСМ, ой, у меня такой твинк есть, АСМ Симба. А там ник не изменит, так эта приписка вообще я придумал. Короче, все ходите с этой припиской. Эта приписка, и мы будем разносить все ШД на кольтах. Давайте. Просто поставите эту приписку и будем вносить все ШД на кольтах просто. Вынесем все ШДшку, да-да-да. Чтобы она вообще горела. Так, давайте в катерке погоняем, у меня квест. Так, ту-ту-ту. Так, да чё ты не идёшь, отсталый? Да ты отсталый, реально. Значит, заходить на склад, но у нас места мало, ну, я, наверное, возможно... О, Бог сыграл. Бог? Чё, реально он сыграл? Чё, рил? Да чё ты не играешь, супер отстал, чел. Админ, давай.
Сейчас поставь. Да нет. Ты надоел уже. Ну все. Урыл, просто урыл эпический. Пока. Тут-тун. Фу-фу-фу, бош-бош у меня круче. Ну, началось обычно. Откуда у меня Наня? Давайте вот такой пин, который у меня даже нет. Ту-ту-тумчик, ту-ры-рум, ту-рум-трум. Дальше ту-ту-тум. Урыл? Че, урыл, урыл по скинам? Че, дама. Ту-ту-тум, да-да-да, это донатная помойка. Ну и ладно. А мы туда сейчас кинем за свой кинем. Ничего пока. Не. Такой пин вообще говняный. Дизлайк круче. Да-да-да. Я токсик. Да-да-да, люди токсик. Ара токсик трапл. Так, короче, вставьте все свои ники, у кого бесплатные, а на АСМ Симби. АСМ. Типа, АСМ все английский, типа. А английская си, английская им тоже и такая закорючка, ну, это использую, типа, когда, например, ну, как называть, я даже забыл. Ну, короче, вот эта фигурная скобка, что ли, ну, такая, это делаю, типа, ну, иллюзионная фигня вот такая, и все, ставьте, и вы будете, короче, выносить ШД за кольто. Просто берите кольта и выносите его полностью ШДшку. Да ты тупорылый, как тут, да нет, ну ты тупорылый, ты нафига туда погнался, ты тупорылый, косодылый, баран просто, баран. Чё, два, еще три раза сыграть? Нет, какая роза, ты вообще дован? Ну все, Эдгар, короче, какой-то у нас длинный, но могу вам рассказать одну новость. Ой, да. Как обычно. Ну и ладно, фиг с ним. То, что типа ник изменили. Вот накоплю 90 гемов и смелю на Симбатоп. Ой. Не иди туда, спуйк ты. Сейчас мне второй уже. Дизлайк в роли шики братуль. Прикол, я увидел. Да ты куда рашишь? Ты куда рашишь на него? Тупорылый спуйка тебя. Да ты нафига тимишь с него, если дизлайк кинул. Так, окей, братули, ты дизлайк кинул. Так, мне нет дизлайка, да. Я без дизлайка, мне подкинули дизлайк. Заскамил бота самачину. Ай, ну кто так дорисает пану? Да ты пошел вообще такой косорылый. Фу-фу-фу-фу-фу. Сейчас кинет, кинет. Предупредил. Улетай! Не исчезай! Чё, здесь, бро, дизлайки отправлял? Чё, дизлайки отправлял, братишечка? Ой, куда я попал? Уходите, уходите. Всё, уезжаем. Уезжаем в 39-е царство. Ух, какие мансы, 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 ух, ой, не то кинул. Прикольный пин. Сосками у бота слитого. Ха-ха-ха, боже-боже. Да ё-моё, да чё ты такой косорылый, блин. Чё ты такой косорылый? Косодырый. Вообще, блин, ещё два раза сыграть. Да он не умеет играть. Фу, говно такой пин. Говно, говно пин, я бы сказал. Ну, короче.
Вот кто с тобой вот не тимится, вот эти бараны, которые играют, у них просто мозгов нет. Вот надо тимиться. Типа, ну, я такой, я да, тимер. Но что-то я раньше. Сейчас я крышу постоянно. Сейчас я крышу батас. Хах, боже, с камнем на. Ха-ха-ха, бож, 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 бож. Да что ты умираешь от всех, от какого-то грома сдох. По приказу генерала Гавса мы должны ему захлопотать лицо баллончиком. Ур! Пш-пш-пшик, да, на обычный. Я сам все же, почему у меня так долго не было? Потому что мне было лень снимать! Да! Я ленивая! Жопа! Да! Не! Уходи, уходи, уходи! Фух! Фу-фу-фу, это самый жесткий манс. Фу, это, кстати, пины редкий. Ты что, ты так от всех умираешь? Ну ты тупорылый, просто дебил. Ты тупорылый, дебил, просто тупорылый, ты просто. Не умеешь играть, я в соло тащу. Себя вообще не умеет играть. Кто? Напишите то, что он не умеет играть. Там под комментарием плюсик, если он не умеет играть. Вот этот спуйк, он идет. Раш ты. А. Подождите. Подождите. Ты тупорылый, ты спуй! Ты тупорылый, ты! Не раш! Не раш! Да ты тупорылый, что ли, косарый? Дебил ты! Вообще! Задолбал уже! Ой, не то, кинул. Ты надоел уже, он опять свой долба... Пин кинет. Ну, пин говно. Говнопин, я ему сказал просто бомбит у меня. Фу, говно. Пин. Да какая нита, ты вообще о чем? Я папер взял, ну да, я просто. Фу, боже, бот. Опять он свой пин кинет. Пин означает, я, ну, даун. Да, такой пин. Но я не буду его использовать. А, понятно, я же король. Я забыл. Так, нет, да нет, да нет, да нет. Да какого ты умираешь? На, да ты умираешь, да какого? Ну ты бот, я не понимаю. Какой можно быть ботом, чтобы так плохо играть? Каким нафиг можно быть ботом? Вань, какой нет? Да нет, не нокаут. Задолбал он уже. У него персы, говно персы. Вот он не совсем не умеет играть. Ему сливает минус один, а мне минус четыре. Ай, бесит. Должны топ один занять. И вообще, СМ-СМ. Использую приписку АСМ. Да, вот же вот. Фу, просто, да кто за нами следит? Фу, ты задолбал уже. Какой пока ты вообще о чем? Ты вообще дебил, куда ты идешь? Мне опять в соло играть. Ну, началось. Магнитофон мне в третьей, в Нижний Новгород. Магнитофон мне в Нижний Новгород. Магнитофон мне в Хабаровск. Фу, магнитофон мне в Челябинск просто. Магнитофон. Фу, вот тут вообще, наверное, пустые заняты. Сейчас проверим. Да, у него, походу, 100% второй гаджет, а не первый. Или вообще нету гаджетов. О, не занято. Так кто знает, следит, тут бот. Фу, спойк вообще не умеет играть. Так понял, у него он скилл тупорылый. Да нет, его что? Да ты задолбал уже, Кольт. Пусть я тут кто-нибудь закрыть, да. Фу, боже, задолбал уже. Кольчара тупорылый. Да кольчара, ну что тебе нужно? Ну ты тупорылый. Так, давайте здесь. Да ты тут. Уезжать.
пожалуйста. Не гони за мной. Пожалуйста, да пожалуйста. Нет, не иди на него. Не иди. Не иди. Спуй, ты вообще играть не умеешь. Супер отстал. Чел. Просто у тебя, наверное, мама, безмамный чел. Меня уже срывает крышу. И где-то он постоянно умирает, задолбал. И он как кинет свой любимый бин. Да, вот такой бин бесит. Потому что он играть не умеет. Ему максимум 4-5 лет. У него мозги как у дебила. Просто у него, наверное, 5 хромосом у этого. Вот этого челика. Спуск, да блин, ну убейтесь его уже. Ха-ха-ха, боже, тасками. Ой, не тот пин кинул. Не тот пин кинул, да. Не тот пин. Почему я... Так, давайте вот такую пинку. Ой, не сюда. Короче, всем удачи, всем пока. Сегодня был бомбежный ролик.